деревня Дукора в Пуховичском районе Минской области. В окрестностях этого населенного пункта народные мстители действовали и в Великую Отечественную войну, и сражались с польскими оккупантами в 1919-20 годах. Рядом с агрогородком в урочище Пуща в июле 1925 года был установлен памятник на месте расстрела поляками белорусских партизан. Монумент сохранился до наших дней. С октября 1919 года по апрель 1920 в Дукорской, Пережирской, Самохвалочской, Сенницкой и других волостях были созданы партизанские отряды численностью около 600 человек. Подпольный комитет готовил в мае 20 года одновременный удар по врагу в нескольких местах. Но польская разведка дефензива раскрыла планы партизан, и многие участники сопротивления оккупантам были арестованы. После пыток по приговору военно-полевого суда 17 мая 1920 года были расстреляны 11 дукорских партизан. В польских тюрьмах оказались 30 патриотов, из которых 5 человек погибли во время заключения.